Всем огромный привет! 100 лет я не была в кадре, причем в такой роли, чтобы что-то показать про макияже, что-то рассказать о каких-то своих новостях, поэтому очень уже непривычно. Как у меня девочки просят пародию, вообще не могу ничего сейчас снимать. Не знаю, как какой-то ступор. Когда я в кадре, я не знаю, что сразу что говорить, хотя у меня были какие-то планы. Сегодня у меня Максимка с мужем, с папой уехали в больницу, в областной город. И поэтому комната как бы освободилась, и я решила, ну, хотя бы мини-болталочку снять. У меня девчонки просят макияж. Говорят, ты обещала, где твой макияж? А я не могу решиться на камеру снять. Поэтому макияж я уже, конечно же, сделала кое-что, потому что сейчас пойду за Эйвен получать. Наконец-то он до меня доехал, должна получить. Ну, может быть, нет, скорее я, наверное, без камеры пойду, просто одна прогуляюсь. Ну и немножко так бьюти-новостей. Вот видите, какая я седая? Это на самом деле я не седая, это я решила воспользоваться батистом. Как следует его протрясла. И сейчас я вам покажу. Видите, что творится на черных волосах? И вот я теперь думаю, надо голову по-новому мыть, макияж переделывать. Или я как-то спасу положение. В общем, я решила челку привести в порядок, потому что я сейчас делала маски, и челка у меня случайно прилипла, и в итоге стала, ну, такая жирноватая. Ходим мы уже без шапок, поэтому идти с сосульками как-то некрасиво. Ну, в общем, я вот батистом спасла положение таким образом. У меня есть эта салфеточка. Я, конечно, через какое-то время там ее попробую потереть, переплестись, но не знаю. Возможно, моя поездка за Эйвен отложится часа на 2. Ну и в отношении макияжа, если я буду голову перемывать, просто придется смыть то, что я тут нарисовала уже. Давайте поближе покажу. Тут я на себя смотрю, видно ли вам. Я сегодня сделала, ну, что-то типа макияж без макияжа, но все-таки немножко блеска добавила. Если вам видно, там серебряная стрелочка идет. Но давайте я покажу все-таки, что я использовала. Тональные средства я не буду рассказывать. Косметичка месяца у меня всегда есть на канале. И там средства от Тянде, банка такая тональная. Вот я им воспользовалась. Из добивалок я воспользовалась пудрой. А румяна, я не знаю, видно ли их на камеру, я использую сейчас в этом месяце вот эти вот. Это от Belle. Пришли мне в коробочке New Beauty Box. Так, сейчас, подождите, тени положу. Я вот так вот, все вместе. И, в принципе-то, не очень ярко видно, но мне так и надо. Я не люблю, когда... Ну, мне видно. Мне кажется, и вам будет все равно видно. У меня есть пигментация на щеках, поэтому я ее сильно не прячу, потому что это бесполезный номер. Ну вот, и насчет теней. Я тени использую от Faberlic. Это вот сейчас еще они продаются. Пленительный дуэт. Они в номере 5422, но я не помню, как они называются. Я думаю, в каталоге они есть. Так и буду перед вами сидеть, красотуля такая. Ну, я всегда так. В общем, давайте я покажу. У меня свой вариант бьюти канала. Опять мне скажут, ерунду какую-то показывают. Смотрите, какие они оттенки. Вот этот внизу, который шиммерный, а второй такой темно-зеленый, какой-то тут и хаки, еще что-то. Вот так они смотрятся. И вместе они очень красиво играют на глазах. Зеленый он дает просто тень. Но я не знаю, красиво это или нет, вообще вам видно или нет, потому что я просто при дневном освещении на улице очень туманно, небо. Вот. Ну, в общем, вот так вот они смотрятся на руке. Хотя внешне вот так вот кажется, зеленый ложится грязновато. Но на глазах он дает какую-то такую небольшую томность и дымку. Ну и освежила я свой макияж вот этим карандашом от Mark. Это Эйвен, новинка, оттенок прям серебро.
Он яркий-яркий. Я бы даже сказала, он... Вот, видите, он прямо совсем яркий. Я бы сказала, он мне по возрасту, конечно, уже не подходит. Сильно так блестеть-то уже не надо бы. Но что я сделала? Я притушила... Придушила. В общем, я этот карандаш сверху вот этими зелеными тенями как бы прибила. Можно так сказать? Ну, в общем, как могу, так скажу. Давайте я вот его тут тоже прихлопаю. И он, знаете, получается так, вроде он есть, вот оно, видите, серебро, оно немножко светится, но уже как-то вот, ну, поблагородней, что ли. И мне кажется, он так вполне ничего. Тушь у меня от Faberlic розовенькая такая, она у меня уже практически подсохла, уже этот месяц я добью. И, наверное, все, я с ней расстанусь, открою что-то новое. Губы. Губы это у меня добивалка от Faberlic. Почему она у меня лежала так долго, я не знаю. Это такой хороший бальзам. Можно было 2-3 успеть использовать, а у меня просто валялся, по сути. Если кому интересно, как я там трачу, вот он такой на самом деле. Он очень вкусно пахнет. Руки чистые, девочки. Вот я делаю сейчас swatch, как не надо делать. Смотрите, я сейчас как буду руку выкручивать. Вот он такой красивый. Он и оттенок дает. Он и небольшое свечение дает. И свежесть губам придает. Но на губы я наношу кисточкой его. Его тут много-много-премного. Не знаю, по граммам сколько. Но я рада, что начала добивать некоторые средства. Благодаря этому я нашла этот бальзам. Я не могу на себя смотреть. Чучело перед вами такое сидит. Ну, давайте попробуем стереть это все дело. Девочки, мальчики, ну, я не знаю, мальчики смотрят это мое шоу или нет. Ну, в общем, то, что у меня сзади, это не фон. Это я не специально сделала. Просто у нас все фоны висят на стене. Я подтянула наш цветок. Вот этот, поближе. Это у нас прямо посреди комнаты стоит, как елка. Цветок, нам больше его ставить некуда. У нас комната, это куча кровати, стол, и вот этот цветок посередине, и мы хороводы водим вокруг него. Ну, в общем, вот как-то так. Ну, сейчас попробую я расческой все это дело как-то выровнять. Может быть, я так пойду, но небольшая просить будет. Мне не хочется голову мыть. Я хочу за Эйвом. Пол Ютуба ждет. Но хотя Эйвон сейчас уже девчонки выложили каталог, поэтому уже меня так особо не дергают. Вот, все терпеливо, кто ждал, тот ждет дальше. А так в целом, у кого совсем хотелось быстро посмотреть каталог, полистать, то уже на Ютубе их несколько даже. А что еще рассказать-то? Ну, в общем, вот такой у меня сегодня макияж. Ну, вот не рискнула я рисоваться пока на камеру, но обещание выполнила. То есть обещала показать, показала. Аромат с собой не взяла, но если взять ароматы месяца, то я сегодня воспользуюсь на улицу ароматом от Mary Kay. Такой красивенький. Забыла название. Ну, название забыла, это я. Ладно. Ну, в общем, он у меня там один, по-моему, от Mary Kay в этом, в ароматах месяца. Скоро начнется май, опять будет косметичка новая. Скорее всего, там будут опять последние новинки, последние подарки. Потому что хочется потестировать то, что мне прислали, и то, что купила сама. То, что я купила сама, я еще не показывала, скоро покажу. Сейчас еще что-нибудь докуплю по дороге, чтобы было побольше, и покажу вам. Ну, а сейчас, наверное, все. Вот такой вот у меня влог получился. Всем приятного настроения. Я думаю, я вас немножко им подзаразила. Кто-то написал, что я глупо хихикаю, но у меня такой характер. Я ничего с этим поделать не могу. Если нравится канал, то все равно люди будут приходить, смотреть и хихикать вместе со мной. В любом случае, друзей набираешь своего круга. И если раздражает кого-то, то значит, я просто не ваш. Не ваш канал, не ваш друг. Вот, а всем остальным приятного времяпровождения.
Я пошла за Эйвом. Всем пока. Ну, как пока? Я сегодня еще буду снимать, я же получу его. Всем пока.